значит, ходатайство представить конверт по городу Смоленск. Раз он вернулся согласно отчета отслеживания, ходатайство представить конверт на адресованный мой адрес по городу Смоленск. Для обозрения и ознакомления с ним. Тут его не представил. Ваша часть, а был ли он? Хочу отметить, что отчет не является доказательством чего. Есть многочисленные свидетельства это того, в том числе Почта России, как и Роскомнадзора. Если нет конверта, значит нет письма. Тут, значит, не уведомлен. По поводу этого? Да, нужно составить. Время нужно для этого. Все нужно описать, каждый документ, с кем-то, с каким документом я лично ознакомился, что было представлено в доме.